нас вчера так закашлял. Когда? Ну, я лежал, и ты как-то, или ты, Соня, закашлял. Никто не кашлял. Ты кашлял. Я кашлял. Короче, жизнь боль. Я вчера уснула в 2 часа ночи. Я в час. Да хватит врать, Арина, достала. Проснулась я в 9 от того, что у меня тебя опять... ранка проходит. Да я в курсе. То, что у меня опять будет Соня и говорит, Варя, дай мне свой телефон. Ладно, я ей дала. Уснула до 10 и теперь просто не могу поднять свою 5-ю точку с кровати. Я не могу. Мама родная. Хочет чай, просит нас. Я не могу, я инвалид. Ну, я не могу, я инвалид. Я просто лежу на кровати с моим Мишуткой. Это мой Мишутка. Мне его на день рождения дарила. Ничего страшного, я тебе тоже на день рождения Мишутку дарила, а ты мне нет. Поэтому все, это мой Мишутка. Хотя мне Снежка хватает. Я хочу. А хочешь, я тебе на день рождения давай подарю такой же? Нет, Мишку. Не надо, не надо. Я тебе это. А когда я тебе не дам твоего кролика, а Федю? Чё? А чё Федю ты не дашь? Дари. Представь, я тыщу, папа тыщу и мама тыщу. Я днюха не скоро. Варя, а если будет вот так, то что моя мама тыщу, мой папа тыщу, я тыщу, твои родители по 1000. Да, я у родителей. Потом я у родителей бабушка попрошу тыщу, деньги, потому что и у тебя 6 на софтбоксы, потрачу на хромакеи, я все нафиг потрачу на съемки видео. И если останется, то ты и закажешь. Нет, да. Ты нет, закажешь. Да. Это как? Бокс. Сюрприз бокс? Да. Ну, возможно. Нет, но первым делом, что я сделала, вот это. А потом на, я буду... чай. Блин, он холодный. Это вчерашний. Привет! Федю, дай! Дай Федю! Дай Федю, господи! Вот. Ну, долго. Вот. И я буду копить. Я, короче, на днюху, если мне деньги все подарят, то я закажу себе все для видео. А потом буду копить на Canon 600D. Что такое? Да, господи. Это что такое? Это камера. Она стоит 20 тысяч. Это камера, а там еще... Там еще объектив же надо. Ай. Короче, вот так вот. Жизнь просто боль. У тебя 3 игрушки. Медведь, медведь и зайчик. Вырубись. Понимаете, я сейчас... Сейчас полежишь просто и воздаёшь. Я сейчас фигнёй не буду страдать. Мне мама такая говорит. Мы вчера просто прикалывались. Чё ты у меня стоять? Мы вчера с мамой прикалывались. Точно прикалывались. Это такая... Варь. Тебе вот верхнюю часть пресса прокачать надо, и все будет хорошо. Такая, мама, мы тут с бабушкой еще тоже прикольнулись. Я такая, баб, а ты знаешь, что идеальная фигура это 90-60-90? Такая, да, знаю, ты у меня идеальная. Такая, да, только наоборот, 60-90-60. Мы как, давай ржать. Подай яблоко, резку и доску. Шуточки за 100. 60-90-60. Да доска вон она стоит на раковине. Опс. Господи. Не переколоти что-нибудь. Вела же переколотила. Ну это же Арина, господи. Блин, а кто ее? Ничего никто не вчера не помыл. Блин. А что это ты лезла? Кстати, я нашла такую игру. Прикольно. И там было 100 шагов. А, стоять. 100 дней, 60 шагов к успеху. Ну, то есть там типа... 600. 100 шагов. 600. Стань. Яйцерезка. Варя, много силок не хватает. Яблоко легенькое попалось. Или это просто... Так, ща, я вот так вот делаю. Ты сильнее стала. Вот это поворот. Да, я на диван целый я вот отодвинула. Давай. Когда? Опс. Когда
Когда тебя не было. Нет, когда... Чё, где ну, Арина? Когда мы прибирали. Ну, Арина где-то была, короче. Где? Гуляла когда... где-то. Гуляла? Чё? Нет. Вырубать? О! Что? Короче, Варя просто шедевральная. Ща, еще фоточку сделаем, только надо все убрать. А, что делают женщины, когда фотографируются? Все убирают, и за кадром там мусоропровод просто. Арина! Варя! Идеально вообще. Мы сейчас сидим на улице и ничего не делаем. Мы качались, и, короче, Арина меня рукой вот так вот по спине дала. А вся спина теперь красная. И ты мне тоже. У тебя спина не красная, если ты не знала. Иди посмотрим. Иди посмотрим. Разборки. Босс, я что-то давно тебя так не снимала. Привет. Привет. Прошу. Теперь начинаем все есть. Мы сели кушать опять яйца. Не знаю, нас что-то на это потянуло. Я понимаю, что нельзя каждый день есть яйца, но мы едим, да? В общем, всем, кто кушает, приятного аппетита. Короче, у нас на улице дождик. Арина. И Сонечка спит. Я чаёк налила себе с лимончиком. Ну, я тоже. Это я налила. И едим конфетки, которые нам вчера подарили. Я вам вот не показывала. Вот такую конфеты... мама покупала. Да, это Арине еще мама покупала. Она вот с котятами. Конфетки Монпасси называются это здесь. Это Варя, это... Нафига держала. Это мне, и у Сони тоже котенок. Угу. Веслоухи такой серенький. Нет, он у нее такой чуть-чуть жевастенький. Веслоухи серенький маленький. Ну, вот. И мы сейчас сидим... У Вари самый мелкий. Мне кажется, у меня уже кошка какая-то такая. Мне нравится мой. Кстати, похож на из Сливки Шоу. Куки. На Куки похож. Ну, не знаю. У него вот тут вообще другой окрас. Ну, не знаю, но мне нравится. Лицо похоже. Я тут решила пофотаться чуток. На селфи-палку. И оделась. Красотку просто зашибись. И сейчас чуток пофотаюсь. Опа. Вот, на свою палочку. Потому что я что-то давно не фоталась. Вот. У нас тут просто более крутое. Вот, то есть, вот эта вот часть. И на ней растет одна трава. И я бы вон хотела пофотаться тут. Или вон там. Конечно, все. Одежда зафигеть. Вон, вот там. Там очень ровная травка. Короче, эти фотографии вполне серьезно появятся там. Хотя и в Инстаграм тоже. Возможно, какие мне понравятся. А какие мне не понравятся, поэтому я не буду выгружать, потому что нафиг надо. Вот. В общем, начинаем фотографироваться. Не вырубайся. А-а-а! Нет, нет, нет. Короче, мы пришли из бани. Я уже переоделась. И у нас шел дождь. Вырубала электричество. И при том электричество вырубала вот так. Вырубилась, включилась. Прошло 2 минуты примерно. Вырубилась, включилась. Fucking logic. My English the best. Что? Че я несу? Я вообще английский не изучала. Вот часу. Я немецкий чуток знаю. Чуток. 5 лет изучаю. Пара-пара-пам-пам-пам. Вот. Что у нас было еще? Ну, сходили в баньку, сейчас будем кушать борщик. Что еще? Идет дождь. На улице не погуляешь. И я сейчас поедим борщик, и я буду лежать и что-нибудь смотреть. Поэтому всем пока-пока-пока. До завтра. Вырубайся, господи.